бабушку звали Евдокия Дмитриевна Ивченко. Она ветеран труда, труженик тыла. В войну она была чуть старше меня, но уже работала в сельском хозяйстве. Она была помощником комбайнера, сажала и убирала хлеб. Продукты питания, выращенные ее руками, отправлялись на фронт. Это тяжелый и изнурительный труд. За свою работу она получила медаль «Труженик тыла». После войны бабушка переехала на наш поселок Приволжский, где трудилась и на заводе «Сигнал», и на мясокомбинате. Всю свою жизнь она работала. Я никогда ее не видела, так как родилась позже нее. Но я ее очень горжусь. А сейчас я прочитаю вам стихотворение из книги нашей землячки Клейменовой Аллы Михайловой. Опять война, опять блокада. А может, нам о них забыть? Я слышу иногда: не надо рану бередить. Ведь это правда, что устали мы рассказов о войне. И о блокаде пролистали, стихов достаточно вполне. А может показаться правда, правы и убедительны слова. Даже если это правда, то это правда не права. Я не напрасно беспокоюсь, чтоб не забылась та война. Ведь это правда, наша совесть, она как сила нам нужна.